Здравствуйте! С вами проект InDubai. Меня зовут Азат. И сегодня я расскажу вам про дубайские визы. Вы узнаете, как проверить статус своей визы. Наверняка вы знаете, то, что визы в Объединенные Арабские Эмираты выдаются в электронном виде. То есть, когда вы получаете визу, вам не ставится эта виза в паспорт, а вы получаете эту визу по электронной почте. И наверняка вы попадали в такую ситуацию, что, получив визу по электронной почте, возникает сомнение, уж не фотошоп ли это, уж на самом деле эта виза настоящая, а пустят ли меня с этой визой вообще в Эмираты, а что мне делать, если эта виза ненастоящая, а как проверить, настоящая она или не настоящая. И, соответственно, возникает много страхов и сомнений. Так вот, чтобы развеять все эти страхи и сомнения, вы можете проверить статус своей визы через интернет. И сейчас я расскажу вам, как вы можете сделать это быстро, легко и надежно в течение 3 минут. Вам нужно зайти на сайт электронного правительства Дубая, вот по этому адресу, и нажать на вот эту вот кнопку. Теперь вам надо заполнить вот эту форму, ввести необходимые данные. Сначала нам нужно выбрать, какой сервис нас интересует. Вот вы видите список сервисов, которые доступны. Вот эти все сервисы, которые внизу, они предназначены для резидентов Эмиратов, то есть для тех людей, у которых есть резидентская виза. А для того, чтобы узнать статус своей визы, нам нужно выбрать вот этот пункт. Итак, выбираем пункт. Теперь нам нужно ввести Entry Permit Number. Вот это как раз-таки и есть номер визы. Сейчас я вам покажу, где его взять. Вот перед вами образец туристической визы. И вот как раз это и есть Entry Permit Number, то есть номер визы. Номер визы состоит из 3 частей. Вот номер, вот 2 номер, вот 3 номер. Соответственно, все эти данные нам теперь надо ввести в эту форму. Итак, выбираем 2001. Выбираем 2011. Сюда в эту графу вводим вот этот вот номер. В графу имя вводим свое имя на английском языке. Выбираем пол, либо мужской, либо женский. Далее вводим дату рождения. Дата рождения должна быть введена вот именно вот в таком формате, либо ее можно выбрать вот через такой календарик. Теперь в графе «Национальность» нужно выбрать страну, гражданином которой вы являетесь. То есть, если у вас украинский паспорт, выбираете здесь Украина. Если у вас американский паспорт, выбираете США. На данном примере у нас виза выдана гражданину Филиппинов, поэтому мы выбираем Филиппины. И последнее, что нам осталось сделать, это ввести вот в это поле цифры с этой картинки. Проверяем правильность всех данных. Значит, выбран первый пункт, указан номер визы, указано имя ваше, выбран правильно пол, указан дата рождения вот в правильном формате, указано ваше гражданство, введены цифры с этой картинки, и теперь нажимаете кнопку Submit. Вот мы получили результаты. Здесь видно вот номер визы, имя, пол, дата рождения и какое гражданство. Как вы можете увидеть, здесь написано, что эта виза недействительна. То есть по этой визе невозможно въехать в Объединенные Арабские Эмираты. Вас просто не пустят. Если у вас виза уже открыта, но вы еще не въехали в ОАЭ, то тогда здесь будет написано, до какого числа вы можете въехать на территорию Арабских Эмиратов. Если вы уже въехали в страну и находитесь на территории Арабских Эмиратов по этой визе, то тут будет написана дата, до какого числа вы можете оставаться на территории Арабских Эмиратов. Вот и все. Теперь вы знаете, как можно быстро и легко проверить статус своей визы. С вами был Азат, специально для проекта InDubai. Всего хорошего, до скорых встреч!